Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. Погнали. На некоторых коррупционеров ждет ограничение свободы. Зеленский заявил, что в предыдущий год для наказания коррупционеров нужна была политическая воля. Такова воля присутствует сейчас, а некоторых ждет ее ограничение. Верю, что совсем скоро мы будем просить у нас не гроши, а экстрадицию, беглых топ-коррупционеров, заявил президент Украины. Президент добавил, что европейские партнеры уже стали выделять средства на мифическую борьбу с коррупцией. Владимир Зеленский хочет перезагрузить антикоррупционную систему и работу на ЗК. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.